Ай, всех приветствую, парни, девушки, кто там, кому нравится смотреть это мое убогое видео, блин. Не знаю, зачем я вообще начал это делать, мне уже немного надоедает. Не знаю, сейчас... Времени сейчас... 9:30. Я думаю, до 10. Так вот, 30 запишу. Блин, что ты такие жирные? Еще меня называют толстяком. Да верь. Блин, нужно было сегодня лечь пораньше. Бах! Ох ты, как жмякнуло. Отличный выстрел, дружище. Так, ну начинаем. Я так думаю. Вообще никого не вижу. Ой, боже, чё я... Чё-то я кашу. А нас тут всего... Трое или четверо. Ё... Мне показалось, ли это был или миномет, или РПГ. РПГ, я так и знал. Да ладно. Блин, ничего умнее мне в руки дать не могли. Ой, М21. Ой, блин. Ёх. Откуда, вот откуда вы беретесь, блин? По дороге тихо. Возможно, они обходят нас с запада. Ловите обратно. Нихера кидать в меня свои долбаные. Ну, ух ты, как он. Да. Ну, блин. Меня, короче, какая-то хрень не хотела пропускать. Зашибись. Сюда же? Да, сюда. Ух ты! Кромсаем. Они вроде разрывные. Если нет, то все равно больно. Там сколько? Либо 7,62. Не, скорее всего 12,7. Миниган. Если меня память не подводит. Ну, насколько я знаю, я тут не считаю себя таким прям крутым Эйнштейном. Догадываюсь, то что я. Скорее всего, 12. Да. Вот реально, так вообще, да, американцы знают много русских слов. Да. Ай, блин. Сейчас нахер другое чем-то возьму. С пулеметом тут нерезонно. Ух ты. О, вот это вот возьму. Так. Ух ты! Вообще их там. Что-то башка заболела, блин. Или я кофе напился. Блин! А, козлина, я чуть не обосрался. Я же хотел, блин. 5, да. Самая классная вещь, то, что сегодня было. Сегодня погулял.
За сколько? Недели две, может, не гулял, дома сидел. Задрот. Тут реально задрот. Так. Так. А еще самое классное. У меня дома бензопила лежит. Блин. После просмотра фильма «Техасская резня» бензопилой мне прям так захотелось, и в руки взял. Вообще. Этот звук работающего двигателя бензин. Блин. Не передать, короче, словами. Сейчас сделаем. Да. Блин. Зевота покой не дает, да. Ладно, и это тоже. Это не нужен. Так, ну а что тут у нас? 7. Ё-моё, сколько их там? Так, тихо. Ох ты. Бойно, я себе кофеёк налил. Ух ты! Ю! Уху! Я, наверное, уже достал своим молчанием, просто... Я не знаю вообще, не умею комментировать. У меня была вообще идея снимать чисто не мое прохождение. Так вот, игра без слов. Эх, зевота уже достала. Я не хотел так много патронов. Так, стоп, я хочу глянуть, сколько тут ноутбуков. А, тут их надо... Ну тогда зашибись, я что-то я париться начал. Не каждый так сигануть может. Блин, а я мужик, курить хочу, вообще не могу, блин. Конечно, куда же вы денетесь? Ну, по крайней мере, от меня вы точно отстали, парни. А этот у мотого же хер знает куда. Там что там, на 7? Да, на 7. Фу, блин, хоть вот разбейся об стену, прям вот рыло, прям вот раскрывайся об стену. Блин, а такую херню тяжело управлять. А вон и сержант, штаб-сержант Грикс. Вот пока я не залезу, никто не залезет. Сейчас, ну вон. Я тут еще кофе пью. Не обращайте внимания, если что. Ну, в общем, так вот.
миссия больно коротенькая. Не знаю, пропускать загрузку или нет. USMC. Мы уничтожили убийство. Джен Операшн. Это же не он несет ответственность. Нахер этот английский, короче? Прости, дружище. Ты мрат за кайф, да? Человек-призрак. По данным разведки он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Фига мне FPS здесь. 230. Вот Грет там до полтинника еле тянет. Патронов мало. Все должно пройти гладко. Комаров. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Вот если бы ты бы еще бы двигался быстро. Блин, достала зевота, вот реально. Быстрее бы кофе подействовало. Соуп, нейтрализовать их. Немедленно. Так. Зачем рожу высунул? И непонятно, попал я ей или нет. Ёп! Твою мать! Ёбаный в рот. Чуть газ за второй раз не пристрелил! Все чисто. Капздец. У меня пистолет. Че тут? Пора приступать. Да! Мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. Мало времени, приступайте. Давайте я чуть-чуть. Не, ладно. Мне не буду пропускать. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь. Потому что на русского ты ну никак не тянешь. Конечно, не тяну. О, так. Так. Б-6, на связи хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не знаю. Не знаю, я хочу вот эту вот взять. Р-700 или как он там? Р-700. Но у него патронов нихера нету. Ручной пулемет Дегтярева? А я думал, это Калашников. Всегда хотел. А, ну, забудьте, короче. Господи, я уже замучился. Нормально. Застрелить бы! Не знаю, как вам, но я бы загнулся уже. Блин, я, конечно, извиняюсь, но... Я сейчас... Скажи поговорить, короче. Да не могу уже.
Весь день не курил. Продолжим. Фух. Такого кайфа еще никогда не испытывал. Блин, я бегу и то быстрее, блин. Так. Взять его, живо, живо, живо. Взять его. Ну что, собаки что ли? Офигел. Хищник 1-6, хищник. Внимание, этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Ух. Да вас что там троих подряд в одну сторону потянуло прям? О, ни хрена себе ты запустил ее. Ух ты! Блин, не часто такое получается. Прекратить огонь! Ох, тут на ветеране проходил, ну. Ну не на ветеране, вот которого там. Перед ветераном там сложный вроде, если я не ошибаюсь. Ой, тоже тяжело. Вроде сюда. Противники с другой стороны железного забора. Чё? А, ну я здесь так просто обойду. Ой, ой-ой-ой-ой. Видите, меня подлагивает мальца. Тихо-тихо-тихо. Коварно. Ах, ты еще живой. Сейчас там кто-то на крыше высунется. Я не думал, что я попаду. Ну хотя с такого расстояния. Да. Пробил. Отлично. Один за перевернутым баком. Враг у мусорного бака прием. Ух ты. Враг из переулка слева. Ну что тебе эта граната дала? Террориста за углом у зеленой машины. Угу. И чё? Да, всё чисто. И чё ты? Направляются через стоянку к пятиэтажному зданию. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы попали под обстрел! Занимайте позицию на пятом этаже! Вас понял. Первый сигнал. Ждите сигнала. Вы же не против, что я тут кофеёк попиваю? Можете идти. Группа Б, цель видите? Ё! Пошёл в задницу, коз... Ладно, козел, козел, тварь, урод, гнида, ублюдок. Чуть не убил тебя, тварь. Объект перемещается по северо-восточному крылу здания, второй этаж. Ну, сейчас. Вот, возьму. А, неплохо. И без патронов. Да чё ж вы суетесь, блин? Вы прям вот реально, как в War Thunder... Летишь за самолетом, тут свой прям подскакивает, и ты его сбиваешь, и врага. Объект слева этажом выше, лестница. Козлы. Весь, когда ты летишь за самолетом, у него пол еще пол боезапаса в него выпускаешь. Тут прям перед твоим рылом вылетает союзник. Он его сбивает, ты в него врезаешься. Начинаются такие психи, которые так... Ну как психи? Просто прям злость. Так, все цели нейтрализованы. Можете идти. Так, куда я? Я заблудился, может быть. Перемещение на крыше. Ждите сигнала. Цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. А сколько я уровней записал? Бросай оружие! Бросай! Вроде да. Хватай оружие и задержи его! Бросай оружие!
Нет. Фак. У парня проблемы. У парня проблемы. Ну да. Его сын был нашей единственной зацепкой. Я б так же бы сделал. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем. Ладно. Сейчас я поставлю заливаться. И немного стримну. А то тут вообще залипаю уже. Ладно. Увидимся, парни. Девушки. Все, кто смотрит эти мои убогие видео. Ну, не умею я нормально комментировать. Может быть, и играть более-менее. Комментировать. Даже иногда себя со стороны так пересматривал видео. Боже, так стрёмно самого себя слушать. Это просто что-то. Ну, в общем, ладно. До встречи, до следующего видео.